Ну, на мой взгляд, Сиба – это хороший форум, чтобы представить свои новинки широкой публике. У всех «Горизонт» ассоциируется просто с телевизором. Но «Горизонт» – это не только телевизор. Как вы видите, «Горизонт» – это много изделий различного назначения. В том числе и «Горизонт» активно участвует в цифровой трансформации общества. Вы знаете, что сейчас это тренд – цифровое правительство, цифровая экономика. Мы представляем цифровой город. А сейчас у нас идет новая трансформация. Так как цифровое телевидение уже как бы на обиходе у всех, а мы занимаемся уже более широкими вещами, у нас намечен ребрендинг в Институт цифровых технологий. И все, что вот здесь вы видите, это наши собственные разработки. У нас уже эффект появился на стадии монтажа, когда мы только монтировали. Уже многие заинтересовались, уже сегодня я провел переговоры. И уже некоторые предприятия прямо с выставки нас забирают в страну.